Рядовые сотрудники Министерства юстиции изучают навыки оказания первой помощи в экстренных ситуациях. В офисе на Разумовской сотрудники Центра админуслуг практиковали медицинские навыки под пристальным взором волонтеров. Подобные тренинги регулярно проводятся в странах Европы. Приходит много граждан, да, пожилого возраста, маленьких, взрослых, то есть абсолютно разных возрастов. Соответственно, могут быть различного рода случаи, да, когда люди теряют сознание от жары, которая сейчас стоит, да, либо еще другие какие-то случаи, когда необходима первая медицинская помощь. Вот поэтому, естественно, сотрудники сейчас в большей степени здесь находятся сотрудники ЗАГСов, вот, но также есть сотрудники других подразделений, которые которому мы смогли выделить сюда непосредственно на обучение, которые передают дальше свои знания.